Ты же мой пальчик кушал. Тема Сухумский показал своего хищника. В сети появилось новое видео с 46-летним абхазским вором в законе Тема Сухумским. Друзья вора в законе Тема Сухумского. Урожденный Тимури Гвасале. Засняли кадры, как он общается с львом в клетке. Законник уверяет что он сам-сам воспитал этого африканского хищника. Источники сообщают две версии появления экзотического питомца у темы. Согласно первой, он воспитал новорожденного львенка. По другой версии, лев попал к теме будучи взрослым, что делает этот случай исключительным в историях с дрессировкой. На кадрах записи видно, что вор без страха заходит в клетку и чувствует себя в ней уверенно, но в клетке есть еще один человек который, видимо, на постоянной основе ухаживает за животным. Тем активно разговаривал со львом. Домой, мальчик, домой, мальчик, домой, мальчик. А помнишь, как я тебя меньше, чем больше, чем он знает, что я главный? Если голос не делать, он почувствует слабость. Точка какой ты стал. Мой ахилушка, мой ахилушка, ты всем симба. А папе ты ахил, как я тебя воспитывал, Малыш, ты же мой пальчик кушал, продолжил вор. Теребя по-свойски льва за гриву. Глаз наделен высоким статусом в криминальном мире. Его коронованию способствовал вор в законе о Пакелу. Борис Сапаке после отбытия 19-летнего срока в одних из самых суровых крытых России. Недавно тема был замешан в конфликте с другими ворами, Астиком. Хасика Лашей и швили. В конце августа тема задержали в Киеве и депортировали из Украины. Сейчас его место местоположения неизвестно. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо! И не забывайте подписываться на наш канал.